Дорогие рукодельницы, вы видите пледы, которые мы вязали на совместных вязаниях с непредсказуемым результатом. И сейчас мы готовим плед «Белая ворона» по точно такому же принципу. Вы до последнего урока не будете знать, какой именно результат мы получим. В итоге вы сможете собрать ваш плед либо так, как считаете нужным сами, либо воспользоваться схемой, которую мы вам предложим. Участие в совместном вязании бесплатно. Но некоторые из вас получат урок, который поможет вам связать плед по своему размеру. Для этого сделайте репост рекламной записи на любой странице в своих соцсетях. Не поленитесь сделать репост, и тогда вы получите не только урок по коррекции пледа на свой размер, но и скидку на продолжение темы, когда мы будем вязать по предложенному виду отделки следующее изделие. Это будет джемпер. Присоединяйтесь к совместному вязанию и играйте вместе с нами.